Все материалы доставлены и можно продолжать работу. На данном этапе у нас готов котлован пруда и песчаный профиль водопада с ручьем. Камни привозят либо мытые, либо грязные. Наши были не мытые, и мы их предварительно помыли шлангом высокого давления, чтобы в пруд не попало слишком много песка, а также для того, чтобы проявился их цвет и структура. Расстилаем подкладку. Без складок, конечно же, не обойтись, но они должны быть тщательно расправлены. В ветреный день закрепите края камнями. Иголкой с ниткой прихватываем в нескольких местах стыки. Это не позволит им сдвинуться, когда поверх подстилки будет накладываться пленка. Убираем камни по центру и кладем сверху пленку. Хочу отметить, что пленка ПВХ относительно толстая и тяжелая. Перед укладкой расстелите ее в стороне на газоне и пусть она погреется на солнце минут 15. Пленка станет более эластичной и податливой. Тщательно расправьте складки. Закрепите края камнями, но не слишком растягивая пленку, просто так, чтобы она не скользила вниз. Наденьте резиновые сапоги и постепенно, по мере наполнения воды, начинайте выкладывать скосы камнями, двигаясь вверх. Остановитесь, когда до верхней кромки пруда останется около 15 см, так как укрепление берегов мы оставим на более позднюю стадию. Обрежьте лишнюю пленку и подстилку по периметру. На фотографии вы видите канавку, полную воды. Здесь нет никакого потайного смысла, а просто ночью пролил сильный дождь. Спрячьте край пленки с подкладкой в землю. Есть и другие методы обработки пруда по периметру. В основном это, конечно же, зависит от выбранной вами техники оформления. Окончание оформления берегов смотрите в сюжете номер 10. А вот в следующем сюжете мы с вами соберем биофильтр своими руками.